Буэнос-Айрес! Сегодня я вас научу, как красиво сделать боковую стенку с внешним переливом рюкзачком. Дело в том, что когда у тебя просто висит рюкзачок на боковой стенке, то часть стенки зеркалит, ты не видишь ничего, часть стенки просвечивает, ты видишь трубы и гадость, которая там плавает. Значит, первое наше действие – это мы накатали пленку. Я на этом останавливаться не буду. В предыдущих наших видосах куча, значит, способов, как это сделать, куча видео. Значит, первое, мы прикладываем рюкзак на место, где он будет склеен. Берем маркер, еще раз проверяем. И делаем контур. Так, затем убираем с вами рюкзачок и лезвием обычным канцелярским вырезаем контур. Контур нужно вырезать по внешней границе маркера. Здесь мы сделаем дальше галтельку такую. То есть нужно сделать вырез немного больше, чем сам рюкзак. Так. Поскольку в том месте, где была наклеена пленка, остается мыло, да, пленка на мыло клеится, нужно как следует тряпочкой здесь помыть и обезжирить ацетоном. Очень важный момент, когда будете обезжиривать, не задеть пленку, потому что это виниловая, да, виниловая или ПВХ пленка, она очень чувствительна к ацетону, она тут же плавится. То есть надо так прям предельно аккуратно. Следующим шагом мы будем грунтовать поверхность стекла, да, чтобы она была непрозрачной. Для этого вот у меня герметик черный 9013 Hemlux и широко отрезанный носик. Сейчас мы толстенной колбасой будем закрывать все стекло. Вот, старайтесь не пропускать. Широкий шпатель сухой и начинаем разглаживать. Прежде чем приклеивать непосредственно рюкзак, я хочу еще взглянуть с той стороны, как у нас получилось, и если что, поправить, пока не поздно. Так, ну есть видно в некоторых местах пузырьки. Они не сквозные, но их можно попробовать выдавить. Все, когда вы убедились, что не осталось каких-то щелочек, просветов и пузырей, то можете приклеивать рюкзак. Я сейчас свой еще раз обезжирю. Так. И теперь его нужно просто приложить. Главное попасть. Так, и теперь с помощью шпателя небольшого, с небольшим радиусом, вот вроде такого там у меня пятерка радиус, сформируем снаружи галтельку небольшую. Так, вот прошло буквально пару дней, мы рюкзачок уже подсушили, уже можно транспортировать, вот мы привезли его на объект. Так это все выглядит. Сейчас покажу с другой стороны. Вот такой, ребяточки, результат получается. То есть черный рюкзак, ты не будешь видеть трубы, черная пленка, у тебя полностью будет вся боковушка одного цвета. Сейчас мы ее закатаем скотчем и поставим в аквариум. Кстати, об этом аквариуме у нас на канале скоро появится целая серия видосов. Вот. На этом с вами прощаюсь. Надеюсь, наша секретная технология вам была полезна. Вот. Увидимся в новых видосах. Не забывайте писать комменты, ставить лойсы. Чао, какао!